Здравствуйте, с вами компания «Кровмонтаж» и я ее ведущий специалист Мороз Алексей. Сегодня на рынке большое множество оборудования для гибки металла, листогибов. В этом видео я проведу обзор известных марок листогибов, а именно Schechtel LBX, Metalmaster LBM, OneMark и Tapco. Это хорошее решение для малого бизнеса. Хочу привести вам элементарную математику. Например, один конек двухметровый стоит 600 рублей. А лист 1,25 м стоит 700 рублей. Но с одного листа можно сделать 4 конька. В боковых планах сделать можно 6 штук. На рынке продаются готовые, уже согнутые. Вы под это ориентируетесь. Гибочный станок согнет сколько вам нужно. Сэкономит вам материал, время. Вот вам и простая математика. Имея такой станок в своем арсенале, вы будете в своем регионе незаменимым человеком. Листогибы, которые мы сегодня рассмотрим, предназначены для гибки стали до 1 мм. Для работы с тонким листом используются гибочные станки двух видов – проходные и непроходные. Непроходные станки из алюминия, они компактные, легкие и используются на строительных объектах. Их удобно перемещать. Сейчас вам расскажу о проходных листогибах. Первый станок – это Schechtel LBX. На российском рынке давно себе зарекомендовал, это самый легкий из проходных листогибов. Его вес от 139 кг до 318 в зависимости от рабочей длины станка. Но гнуть он может сталь толщиной до 0,63 мм. Этот станок выполнен из высоколегированной стали Thyssenkrupp. Что такое проходной листогиб? Это преимущество и неограниченная глубина подачи самого металла или стали вовнутрь. И непроходные. Есть ограниченная подача металла. Вот эти облегченные S-образные консоли не позволяют пройти дальше металла. Я сейчас вставил стандартный лист шириной 1,25 м. Он заходит неограниченно. В задней части станка крепятся облегченные поддерживающие опоры, что не дает провисанию листа. Гибочная балка оборудована с двух сторон механическим угломером. Передняя панель прижимной балки имеет угол 45 градусов, что позволяет получить угол гиба изделия до 135 градусов. LBX оборудован с двух сторон пружинным компенсатором прижимной балки. Компенсатор облегчает усилие подъема прижимной балки. С ним это делать очень легко. Максимальная высота подъема прижимной балки 60 мм. На гибочной балке есть стандартная опция регулировки. Две контрагайки регулируют ровно самой гибочной балки. Листогиб Schechtel LBX может быть укомплектован роликовым ножом. Роликовый нож может обеспечить промышленное качество резки металла. Эти ролики ходят по верхней поверхности. И здесь установлен подшипник, который ходит по гибочной кромке. Перед резкой нужно прижать прижимную балку. Минимальная величина отгибаемой кромки 10 мм. Загибает на 135-140 градусов. Дополнительную мобильность этому станку дают колесики с фиксаторами. Движение всех прижимных и гибочных балок осуществляется плавно, нет никаких трений в узлах. Главным преимуществом листогиба LBX является его отлаженная до мелочей конструкция, что делает работу на нем легкой и удобной. Следующий листогиб проходного типа, который мы рассмотрим, это будет Metalmaster LBM-300. Конструкция листогиба LBM-300 полностью скопирована с Schechtel LBX и доработана. Производится этот станок в Польше. Рассматриваемый станок может изготавливать и загибать сталь до 3 метров по длине. Максимальная толщина сгибаемого металла на 3-метровом станке до 0,7 мм. А такой же 2-метровый станок может согнуть до 1 мм сталь. LBM стал тяжелее, но по-прежнему мобильным. Данная модель оборудована роликами и фиксаторами, что позволяет его легко перемещать по строительному объекту. Как и Schechtel, так и LBM, гибочная балка сделана из цельного куска металла. Толстые профили листогиба обеспечивают более долгий срок службы, в отличие от дешевых аналогов. Польские станки Metalmaster также изготовлены из немецкой высоколегированной стали Thyssenkrupp. Одним из преимуществ этого станка является то, что прижимная кромка выступает на 50 мм, что позволяет сгибать P-образные профили с увеличенным размером. В отличие от Schechtel, где кромка выступает на 25 мм. Сгибаем. Видите?
На этом станке высота подъема прижимной балки уже 100 мм, в отличие от LBX, где 60, что позволяет изготавливать детали с большей обработкой. Данный станок имеет большое количество дополнительных опций в своем классе, которые значительно расширяют функционал станка. Давайте их рассмотрим. Ножной привод освобождает руки оператора, облегчает работу оператора. Можно работать одному, и не нужно всякий раз бегать к краю станка за рычагами. Одним движением вы прижали прижимную балку, второй педалью вы разблокировали. Ограничитель угла поворота позволяет остановить гибочную балку в заданной точке. Он работает в четырех положениях, фиксируется болтами. При поднятии гибочной балки шестигранник упирается в эту точку. Я выставил сейчас положение ограничителя угла в 90 градусов. Я даже думать не буду, а балка сама остановится, когда металл согнется в 90 градусов. Ровно 90 градусов. Компенсатор гибочной балки облегчает работу оператора. Поэтому работать на этом листогибе проще и легче. Станок оборудован фронтальным ограничителем. Не нужно постоянно перемерять рулетки, заготовки или линейки. Что это такое? Устанавливаем этот рычаг, поднимаем вверх. Также здесь имеется линейка, где можно устанавливать нужный размер. Если мы задали 10 сантиметров, чтобы сталь выходила из станка, он будет ограничивать. Для этого достаточно просто выдвинуть лист и упереть в него. Также этот станок оборудован дополнительным столом поддержки. Со столом задней поддержки работать очень удобно. Если вы гнете, допустим, большие широкие листы, они не провисают, а стол их поддерживает. Расположена линейка, которую вы тоже можете использовать, не пользуясь рулеткой. Все дополнительные опции, комплектующие данного станка, очень легко снимаются, используя шестигранник. Также имеются дополнительные ручки гибочной балки. Для чего они нужны? Ну вот, видите, вам нужно согнуть широкую деталь из стали. И вы уже не можете добраться до центральной балки. Поэтому существуют эти ручки для удобства, которые также можно согнуть металл. Этот станок оборудован также жидкостным угломером для расчета точного угла гибки вашей стали. В отличие от Шехтеля, где установлен механический угломер. Принцип тот же, как на водяном уровне. На жидкостном угломере мы выставляем заданный угол, ограничителем угла мы это фиксируем. При подъеме подъемной балки угол сгибаемой детали сохраняется. Когда надо согнуть ребро жесткости, мы догибаем это либо киянкой, либо еще какими-то приспособлениями. Фальцедогибающая машинка. Очень шикарная вещь, друзья. Нужно вот этот ребро жесткости осадить плотно. И осаживаем легким движением. Киянка оставляет следы и блики на металле. Эта вещь незаменима. Для быстрого раскроя металла использовать нужно роликовый нож. Так же, как и на Шехтеле. Этот нож позволяет резать металл до 0,8 мм. Ножницы не оставляют такую линию. Что мне нравится в этом станке, друзья, лично мне, есть такая дополнительная ножка, подвешивает за этот крючочек, и он всегда под рукой. В Шехтеле, я не знаю, почему-то не додумались до этого. Пустячок, а приятно. Еще одна ультрамодная вещь на этом станке, плавное завершение желобов, закругление, позволяет сделать именно вот эта вещь, волок. Смотрите, вставляем сюда в прорезь, и имеется здесь рычаг. Закругленное завершение водосточной системы. Вот этот механизм регулирует гибочную балку вдоль. Провисание балки, либо саблевидность вверх. Шестигранником мы можем выдвинуть от станка балку, дать зазор. Сзади также имеется регулировка прижимной балки. Главное преимущество ЛБМ – это цена. Аналог в 4 раза дешевле самого Шехтеля. Да, Шехтель – это бренд, я согласен. И при всем этом у Шехтеля нет столько дополнительных опций, сколько можно установить на ЛВМ. Завершая обзор о проходных станках, хочется еще заострить внимание на бюджетном листогибе ЛБА-07. На этом станке видно, преследовали минимализм. ЛБА-07 позволяет гнуть металл до 0,7 мм толщиной. Ну такой он кондовый, грубый, но свою функцию выполняет отлично, между прочим. Работа с ним немножко надо уже... Добавляя усилия, так сказать, ощущается трение деталей. Вот такие ограничители без линейки. Неплохой угломер гибки металла. Оператор при гибке стали видит, на какой угол нужно ему поднять гибочную балку. В этом станке регулируется только
гибочная балка. Этот станок, соответственно, дешевле LBM 300. А теперь мы перейдем к непроходным листогибам. Итак, дорогие друзья, расскажу вам сегодня о двух основных моделях листогибов, на которых стоит заострить свое внимание. Это One Mark Metal Master Commercial и Tapka Max. Глубина подачи на One Mark 520 мм, на Tapka 480. One Mark, например, не требует настройки при каждой смене толщины металла, так как здесь используются эксцентрики. При зажиме прижимной балки он прижимается сколько ему нужно. Tapka же наоборот. Нужно толщину сгибаемой стали всегда учитывать и подрегулировать. Если этого не делать, то кулачки сломаются и выйдет из строя запорная балка. На Tapka, как вы видите, прижимная ручка идет вперед, и она расположена в этой области. В принципе, есть какой-то дискомфорт. И при работе с широкими листами этот лист при загибе упирается в эту ручку. В One Mark, наоборот, прижимная ручка уходит назад. Гибочная балка One Mark имеет такие гибочные ручки. Гнуть можно одной рукой. В Tapka только за две ручки. Одной загибать ни в коем случае нельзя, иначе произойдет перекос самой гибочной балки. Ручка прижимной балки стянута болтами, да, сверху обжимают эту трубку. То в Tapka просверлена запорная балка, и через нее болт крепится в эту прижимную ручку. Со временем это крепление разбалтывается, и запорная балка может треснуть. Раскрытие прижимной балки в One Mark 40 мм. Рабочая или полезная ширина основной балки 70 мм. У Tapka 35. Полное раскрытие прижимной балки в Tapka 45 мм. Гибочная планка оборудована полимерной вставкой, которая при гибке защищает крашеную поверхность металла. Не оставляет никаких повреждений окрашенного покрытия. Пару слов о роликовом ноже One Mark. Он оборудован четырьмя направляющими роликами. В Tapka два направляющих и два прижимных. В Tapka обязательно нужно сгибать при сильном нажиме. Видите? Он из-за этого чуть-чуть приподнимается. Надо постоянно контролировать этот процесс. Роликовые ножи обоих станков могут резать металл до 0,9 мм. Оба этих станка гнут одинаковую толщину стали до 0,7 мм. При желании, чтобы удешевить станок, в принципе, можно заказать российского производства стойки для станка, для Tapka и для One Mark. Вот это вот российского производства, это вот родные. В целом, подводя итог, это хорошие станки. Основное преимущество, они легкие, легко транспортабельные. Два человека с легкостью могут их поднять. Детали основные сделаны из алюминия. Функционал их, конечно, довольно-таки сужен. Здесь можно делать в основном доборные элементы, отливы. Станки так и подбирают, да? То есть под те задачи, которые вам нужны, чтобы они исполняли. Эти два станка имеют приблизительно одинаковую стоимость. Но эти американские станки более чем в два раза дороже польского LBM. Наша компания использует, есть и LBM, и есть One Mark, скажем так. Они выполняют совсем разные задачи. Имея такой станок в своем арсенале, вы будете в своем регионе незаменимым человеком. Надеюсь, благодаря нам вы получили полезную информацию. Итак, до новых встреч. Пока.